Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на праздничном концерте, посвященном 25-летию со дня образования факультета по подготовке иностранных специалистов. 30 мая 1997 года был сформирован специальный факультет по подготовке иностранных военнослужащих на базе отделения социальной подготовки. В ноябре 2010 года при переходе Академии на новую организационно-штатную структуру факультет был переименован в факультет по подготовке иностранных специалистов. Обучение слушателей началось с сентября 1998 года. Первый набор состоялся из 34 представителей 7 государств-участников СНГ. Сегодня на факультете проходят обучение иностранные специалисты 9 государств – Абхазии, Армении, Вьетнама, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии. Всего с 1998 года по 2021 год было подготовлено 753 специалиста, из которых 184 выпускника завершили обучение в Академии с отличием и 47 получили золотую медаль за особые успехи в учении. По мнению руководства органов управления чрезвычайных служб иностранных государств и выпускников факультета, Академия является гордостью Международного корпуса спасателей в вопросах подготовки специалистов для его комплектования и развития. Иностранные специалисты получают достойное образование, а у себя в странах занимают, как правило, высокие должности. Слово предоставляется временно исполняющему обязанности начальника Академии генерал-майору Кондратьеву Евгению Борисовичу. Гости, сегодня мы отмечаем 25 лет образования факультета по подготовке иностранных специалистов. За этот период факультет прошел славный путь. Были и трудности, были и победы. Факультет и Академия гордятся выпускниками. Сегодня выпускники факультета занимают высокие посты в своих республиках, в своих странах. Отдельно слова благодарности я бы хотел сказать ветеранам, тем, кто стоял и у истоков, и тем, кто занимался развитием факультета на разных его этапах. Спасибо вам огромное. Сегодня мы можем говорить, что благодаря вам был сформирован и создан факультет, который решает поставленные перед ним задачи, факультет, который знают за пределами Российской Федерации. И Академию, благодаря факультету, знают за пределами Российской Федерации. Поздравляю личный состав факультета, личный состав Академии с этим праздником, с 25-летием образования факультета по подготовке иностранных специалистов. Желаю личному составу доброго здоровья, крепости духа, дальнейших успехов в деле подготовки кадров, и, конечно же, мирного неба над головой. С праздником! Товарищ генерал-майор, разрешите довести приказ Академии. Приказ Академии от 18 мая 2022 года, номер 561, о поощрении личного состава в связи с празднованием 25-летия со дня образования факультета по подготовке иностранных специалистов. За вклад в развитие сотрудничества с чрезвычайными службами иностранных государств и в области подготовки иностранных специалистов и в честь ознаменования 25-летия со дня образования факультета по подготовке иностранных специалистов приказываю наградить грамотой начальника отдела международной деятельности Горбунова Сергея Валерьевича. Лейтенанта Ханарсланова Ахмеда Абдурагимовича.
разумную инициативу и в честь ознаменования 25-летия со дня образования факультета по подготовке иностранных специалистов наградить знаком отличия Академии гражданской защиты МЧС России 4 степени подполковника Кондрашина Федора Петровича. Рядового Бижума Багдаулета Елубайлы. Курсанта Зеонга Минкью. Полковника Инагамова Кабаритина Кабиловича. Младшего сержанта Сыргабекова Эламана Сыргабековича. Временно исполняющий обязанности начальника Академии генерал-майор Евгений Борисович Кондратьев. Ну что же, дорогие друзья, мы переходим к поздравлениям. И первыми на эту сцену приглашаются обучающие Республики Абхазия. Представители Республики Абхазии начали обучаться на факультете с 2010 года. За это время было подготовлено 4 слушателя и 11 курсантов. Республика Абхазия находится на побережье Черного моря и славится своей гостеприимностью. Абхазия обладает неимоверной красотой природы, самым чистым побережьем Черного моря. Именно в Абхазии находится жемчужина Кавказа, озеро Рица. Встречайте! И шагой ты пошел, сега цукнает голона, ворона гаджарон. Улашал, сучевый цес, уныло кахал, бирал наш малышок, а Дунай арбол. Сдунай ю, знай ю, вирал.
Социалистической Республики Вьетнам. Первый набор представителей Вьетнама на факультет был в 2018 году. За столь короткое время подготовлено 2 слушателя, и в этом году произойдет первый выпуск курсантов. Вьетнам – многонациональная республика, культура которой формировалась под влиянием местных племен и стран-соседей. Как результат, перед нами современная страна с развитой экономикой, играющая важную роль в ассоциации государств Юго-Восточной Азии и в мире в целом. Непосредственный выход к Китайскому морю и богатая природа дали толчок к развитию туризма. Вьетнам является одним из самых популярных государств среди любителей экзотического отдыха. Встречайте!
приглашаются обучающиеся Кыргызской Республики. Набор на факультет начался с 1998 года. В стенах Академии было подготовлено 72 слушателя и 19 курсантов. Диплом с отличием получили 10 человек. Кыргызская Республика – удивительная горная страна, на территории которой сосредоточено огромное количество разнообразных достопримечательностей, как искусственного, так и природного происхождения. Кыргызия славится своими популярными горами, такими как Центральный Тянь-Шань и Памир-Алай, их высокими снежными вершинами. Страна славится живописными озерами, бурными реками, замерзшими ледниками и бескрайними зелеными лесами. Встречайте! Thank you.
приглашаются обучающиеся Монголии. Представители Монголии начали обучение на факультете с 2008 года. За это время подготовлено 37 слушателей и 5 курсантов. Монголия находится на северо-востоке Центральной Азии. Главной достопримечательностью страны является удивительная по своим площадям пустыня Гоби и памятником Чингисхана. Конная статуя, побившая все мировые рекорды по размерам. Встречайте!
сцену приглашаются обучающиеся Республики Таджикистан. Таджикистан также является одним из первых представителей, кто начал свое обучение на факультете с 1998 года. За это время было подготовлено 54 слушателя и 7 курсантов. Завершили обучение с дипломом с отличием 4 человека, золотой медалью 1 человек, занесением на доску почета 1 человек. В Таджикистане 93% площади территории занимают прекраснейшие горы, одна из которых – пик Исмаила-Самани, вторая по высоте в мире. Древняя земля Таджикистана богата своими архитектурными памятниками, природными красотами и уникальными неповторимыми местами. Встречайте!
На сцену приглашаются обучающиеся с Республики Южная Осетия. Набор на факультет происходит с 2014 года. Обучение завершили один слушатель и 11 курсантов. Республика Южная Осетия – удивительное место, богатое не только на древние памятники культуры, но и на завораживающие пейзажи, от которых захватывает дух. Осетины всегда славились своими танцами, кухней и гостеприимством. Встречайте! Приглашаются обучающиеся Республики Казахстан. На факультет набор представителей Казахстана также начался с 1998 года. За время существования факультета подготовлено 115 слушателей и 33 курсанта. Диплом с отличием получили 53 обучающихся, золотую медаль 13 человек. Республика Казахстан находится в самом сердце Азии. Казахстан богат внутренними сокровищами. В стране проживает около 130 национальностей. Юг и восток республики заснежен горными вершинами, которые достигают до небес. С
Страна гордится курортными зонами, как Боровое и курортной зоной имени Дунмухамеда Канаева. Встречайте!
Дорогие друзья, наш факультет активно принимает участие в спортивной, в научной и творческой жизни Академии. Хотелось бы пригласить на сцену сборную команды КВН нашего факультета, команду СНГ. Встречайте! Как проходит утренняя физическая зарядка на нашем факультете? Братцы, комплекс вольных упражнений номер один. Начинай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Комплекс вольных упражнений номер два. Раз, два, три, четыре. Представьте, случай в полях. Так, лагерный сбор, смотри. Сверне! Отстой! Стоять! Сверне! Кто умеет играть в волейбол, выйди из строя. Сейчас офицеры будут в волейбол играть, будете подавать мячи. Далее, во! Шагом марш! Как проходит построение на иностранном факультете? Так, товарищи, обращаю внимание на качественное ведение. Товарищ капитан, решите со строй? Да! Салам алейкум, брат! Салам алейкум, брат! Салам алейкум! Ассаламу алейкум, брат! Халимов, ты ничего не попутал? Салам алейкум, товарищ капитан! Как проходит проверка суточного наряда на нашем факультете? Вольно! Привет, да. Вольно! Да. Вольно! Вольно! Чё спишь, дежурный? Да. Так, у тебя все спят? Да. Да. Так, понятно все с тобой. Обязанность выучил? Да. Слушаешь? Рот закрой. Да. Так. Где документация, дежурный? Да. Ч
Чё, да, документация где? Да. Пора, завтра заступлю всю документацию, покажу, только дайте поспать по-братски. Да. Ты за что объяснительную пишешь? Спал в наряде. Ора, пиши. Пиши. Ора, товарищ капитан. О, тормоза, слушай. Какой ора, товарищ капитан? Пиши. Ора, кэп. А дальше? Я обычно ничего дальше не видел. Я по ушам в этот момент ловил. Ора, пиши. Пиши, я кимарил в наряде, потому что по вьетнамскому времени было 11 часов вечера. Ора, что мы теперь друг друга за сон убивать будем, что ли? Столовый один хлеб хавай, под одним солнцем ходим, в одной хате живем. Цвет, цвет, пиши. Косякнул, с кем не бывает, давай по рукам и на мировую. Записал? Да. Ништяк. Пиши. Товарищ капитан. Да. Объяснительная. Ой, как же меня достали ваши объяснительные. Абхазы пишут «Ораке». Казахи пишут «Ой, бой». Начальника таджики пишут. А монголов я вообще не понимаю, они иероглифом пишут. Вы нормально научитесь писать или нет? Да. Ладно, иди занимайся, у меня нет времени. Ора, что там, Фион? Эй, ора, будь умным, это значит уметь вовремя притвориться дураком. Ай, молодец! Дорогие друзья, уважаемые гости, сегодня с юбилеем поздравляют не только обучающие нашего факультета, также пришли поздравить представителей других структурных подразделений Академии. На сцену приглашается Кадетский пожарно-спасательный корпус. Тишина улиц.
Ветеран такой, что прямо с книжки. Для всех. А я ему кидал за шиворот ледышки. Я про войну все с детства знал, ведь дед без всякой лажи мне каждый день преподавал с тарелкой манной каши. Все было так. Он мирно пас овец у Арарата, как вдруг взяла, пошла на нас немецкая армада, чтобы ни русских, ни армян здесь не было в природе. Но тут подъехал дед Агван, и он был резко против. Подъехал, правда, не один. Стекались, словно реки, сюда и тысячи грузин, казахи и узбеки. Разноязыковой толпой они в окопы сели. И в тех окопах всей гурьбой мгновенно обрусели. Вместо овец на этот раз другие были звери. И дед прицел свой тигра пас, крутил хвоста пантерию. По-русски с ним общение шло сперва не идеально. Но фразу «башню сорвало» он понимал буквально. Я с дедом мог тарелки три съедать той самой каши, внимая, как они пошли на запад пешим маршем.
И как всегда, который раз в итоге накидали. А дальше шел такой рассказ, как в слезном сериале. Берлин. Апрель. Земля дрожит, снаряды, пули градом, и дед по улице бежит с трофейным автоматом. Кругом разбитые дома, как гор кавказских гребней. С собой у деда 5 гранат. Вдруг, глядь, на куче щебня лежит, скулит от страшных ран, один, как щепка в шторме. Такой же, как и он, пацан, но лишь в немецкой форме. И деду тычет он в окно, руками объясняет, что он у дома своего лежит и умирает. Что там родители его, что он берлинский, местный. Его войною домело до своего подъезда. И дед, поверх своих поклаж, хотя не сильный самый, взвалил его и на этаж. Туда, где папа с мамой. Туда, где балку повело, где теплится лампадка. Держите, фрау, своего немецкого солдата. Дед, говоря про этот миг, вдруг сразу изменялся. Про страшный материнский крик, про то, как там остался. Как в кухне, где горел шандал, ему воды нагрели. Как с грязью ненависть смывал заводы и неделя. Как утром снова он пошел к победной близкой дате, услышав сзади «Данке шон», ответив им «Прощайте». Тут я перебивал всегда, дослушивав едва ли. «Дедуня, что за ерунда? Давай, как вы стреляли! Давай, как ты горел в огне, чуть не погиб на мине!» Неинтересно же было мне про простыни в Берлине. Но дед чего-то замолкал, шел за добавкой каши и кашу снова в рот толкал, чтоб стал быстрее старше. Его уж нет, а я большой. Но вдруг я докумекал. В тот день был самый главный бой за звание человек. Следующими поздравят факультет студенты гуманитарного и инженерного факультета. Творческая студия «Дива». Thank you.
же. На эту сцену с поздравлениями приглашаем команда Инженерный факультет. Встречайте. Начальник факультета по подготовке иностранных специалистов полковник Печерских Борис Дмитриевич.
день еще раз, уважаемые друзья. Хотел бы сказать слова благодарности. Конечно же, гости, которые с нами сегодня разделяют наш праздник. Всем выступающим низкий поклон. Спасибо, что посетили наш праздник. Конечно, мы будем отмечать его в понедельник. Сегодня у нас праздничный концерт. Спасибо вам большое. Я бы сейчас хотел произвести небольшое награждение наших коллективов. Поэтому, с вашего позволения, после награждения приглашаю штаб факультета на сцену. Также хотелось бы наградить дипломом за участие в концертной программе, посвященному 25-летию образования факультета по подготовке иностранных специалистов. Коллектив Кадетского пожарно-спасательного корпуса. Начальник факультета, полковник Печерский Борис Дмитриевич.